Для меня ничего нет. Вам прислали повестку из комиссариата. Повестку? Что за глупость? Я же идиот. Дайте-ка ее сюда. На переосвидетельствование. Неприятность. Добрый день. Здравствуйте. Рад снова вас здесь видеть. Я уже забеспокоился, не случилось ли чего? Спасибо, все в порядке. Я-то уже привык, что вы всегда здесь стоите. Тут, представьте себе, прихожу, а вас нет. Ведь мало ли что может с человеком приключиться. А уж в наше-то время и в вашем-то возрасте. И работа-то у вас все на ногах. Я уж было подумал, не приключилось ли чего с вами? Нет, все хорошо, правда. Все в полном порядке. Это хорошо, что у вас все в порядке. А то, знаете ли, был раз такой случай в Гратчанах. Там одному швейцару упал цветочный горшок на голову. Здоровенный такой глиняный горшок с каким-то очень редким кактусом. И сразу его убил. Тот бедолага только и успел сказать, что это вдруг так землей запахло. Представляете? Да, это очень опасно. Теперь обязательно буду стоять подальше от окон. Да, нужно быть очень осторожным. Особенно теперь, когда идет война. Вы совершенно правы. Хватит болтать.